15 лет. Девчонка. Невысокая и очень худа. Письмоносец, почтальон. По прозванию Нюрка беда. В зной в слякоть, в метель со стужей, сумкой кожаной наперевес. Разнести Нюрке почту нужно по 5 деревенькам окрест. Дома двое младших братишек. Мать болеет, почти уж год. Слава Богу, отец с фронта пишет. Ждут и верят, что он придет. Он придет, и все будет как прежде, как в далеком-далеком вчера. Не лиши только Божьей надежды. И опять на работу пора. Ребятишкам картошка в печке. Ей с утра сумкой наперевес. А что впроголодь, бегать легче по 5 деревенькам окрест. В деревнях старики да дети, баба в поле, то сеют, то жнут. Почтальонку вдали приметил, ждут и верят, что он придет. Треугольник живой, удача! Коли серый казенный конверт, замолчат, закричат, заплачут, и померкнет в глазах белый свет. Защемит у девчонки сердечко от людского горя и бед. Тяжела эта сумка слишком, если там от беды привет. Малолетка еще девчонка, только в косах полно седины. Письмоносица, почтальонка, разносящая вести с войны.